Уважаемые коллеги, я считаю, что данный вопрос касается всех и каждого, и цитологов, и морфологов, и всех тех, кто ставит свою подпись под морфологическим заключением. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки в 1977 году была принята программа по созданию референсных центров. И заявлялось, что они должны были решить большое количество проблем, в том числе и проблему воспроизводимости морфологического диагноза. Прошло 40 лет, и на сайте колледжа американских патологов появились рекомендации по снижению интерпретационных диагностических ошибок в хирургической патологии. По большому счету, если так разобраться, то это признание неэффективности созданных там референсных систем в решении этого вопроса. Они решают большое количество вопросов, но только не этого. И я поясню, почему мне так кажется, и у меня сложились такие ощущения. На аналитическом этапе морфологического исследования, по мнению ряда авторов, происходит до трети всех ошибок. Да, это очень такой быстрый этап анализа изображения, да, когда у нас мы готовы к нему. У нас отличный препарат, который сделали с использованием отличного спирта, хорошего формалина, хороший лаборант, сделал хороший срез. Но что-то происходит, и на выходе получает один доктор приходит к одному выводу, второй доктор приходит ко второму выводу, хотя они смотрят на один и тот же препарат. Да? Вы, глядя на изображение на экране, можете увидеть абсолютно две разные картины, хотя изображение одно и то же. Более того, приводя и формулируя эти рекомендации, авторы этих рекомендаций подчеркивают, что единообразного понимания ошибки до сих пор нет. Проанализировав более чем 800 публикаций, они приходят к выводу, что авторы в этих публикациях под ошибкой понимают абсолютно разные вещи, делая выводы относительно того, кто и в чем заблуждался, и какое это имеет для пациента значение. По их мнению, по мнению авторов, которые предложили данные рекомендации, среди факторов, способствующих точной интерпретации диагноза, на первом месте стоит знание и опыт патолога. Затем далее по нисходящей это клинические сопоставления, стандартизация, дополнительные тесты и на последнем месте пересмотр препаратов. Они подчеркивают то, что в данной группе факторов на первом месте знание и опыт патологов, но все рекомендации посвящены тому, как правильно делать пересмотры. Видите, говорят об одном, а описывают абсолютно другое явление. Если сказать о знании и опыте патолога, то со знанием сейчас нет проблем. Интернет открывает очень широкий доступ к тому большому количеству не то что публикаций, а монографий. Ими можно пользоваться, в отличие от 15-летней давности, когда один комплект АФИПа хранился у заведующего в кабинете. Ситуация кардинально изменилась. Теперь все хранится на одной флешке. Вторая ситуация – это опыт патолога. С этим тоже нет никаких проблем. Раньше считалось, что это уникально пережитое событие, которое вот потом можно, им можно делиться со всеми. Теперь получается, выясняется, что оказывается, можно и голубя научить смотреть микропрепараты за 2 недели, причем он это делает с эффективностью 85%. Да, там есть особенности исследований, но тем не менее, это абсолютно другое дело. Ведь большое количество краткосрочных курсов, причем они все виртуальные, с использованием виртуальных слайдов. Так чем отличается ситуация на слайде слева от слайда справа? Понимаете, ключевая проблема, главное, чтобы клювом монитор не пробили. Первая рекомендация, о которой они говорят, это то, что патологи должны разрабатывать порядки пересмотра препаратов в цели выявления разногласий, потенциальных ошибок. Что здесь главное с этой точки зрения? Что впервые в рекомендациях отмечен тот факт, что оказывается разногласия и ошибки толкования – это объективные явления. Это не выражение чьей-то некомпетентности, бездарности, профнепригодности. Это объективные явления, и это необходимо учитывать. Обратите внимание, вот исследование 2012 года, когда авторы классификации опухолей ВОЗ сами проверили себя на предмет того, что они придумали. 5 типов аденокарцином, не будем повторяться. Но дело в том, что воспроизводимость типичных гистотипов экспертами составила 0,77.
Это люди, которые это придумали, небожители, они больше ничего не делают, понимаете, у них единица должна быть, но это ведь не происходит, это объективно, это имеет место быть, они ж не сняли из себя потом все регалии, потому что они не совпали во мнениях, это нормально. Другое дело, они приводят совокупные результаты большого количества исследований, и обратите внимание, любое направление, будь то цитология, вот здесь мы уже не делим ни цитологов, ни морфологов, ни даже лучевых диагностов, кто занимается интерпретацией каких-либо визуальных изображений. Везде процент важных ошибок, по мнению авторов, он колеблется от 1 до 7% в любой локализации. Это универсальное явление, это нужно понимать и об этом нужно говорить. Второе. Своевременный пересмотр, вторая рекомендация, это то, что своевременный пересмотр случаев положительно повлияет на лечение. И они подчеркивают, что важно, чтобы это были проспективные пересмотры. То есть, если я посмотрел препарат, то Анна Сергеевна, как заведующий, должна осуществить этот пересмотр до того, как заключение ушло из лаборатории. То есть нет смысла, чтобы вы в октябре, ну вот у нас сейчас половина отделения в отпуске, да, вот мы сейчас немножечко поспешили, а потом в октябре уже так без паров, вот так спокойно. Да, давайте разберемся, что вы там 24 числа в июне наотвечали. Ну вот, наверное, это не совсем правильно. Нужно проверять тут же, 22-го, не отходя. И это считается важным. Вот. А ретроспективные пересмотры, они должны проводиться только в том случае, когда невозможны проспективные. Другое дело, что насколько это вообще в принципе возможно в наших реалиях, чтобы заведующий мог физически пересмотреть, ну, допустим, даже все те случаи, которые кажутся подозрительны всем врачам. Вот. Это же действительно в ряде случаев, ну, просто физически невозможно. Третья рекомендация – это то, что проведение пересмотра необходимо проводить соответственно возможностям лаборатории. И здесь они подчеркивают ряд требований к смотрящему. То есть должно быть отсутствие постороннего влияния, достаточный уровень знаний патолога. Вот там на сайте колледжа есть самые часто задаваемые вопросы. Вот он по большому счету звучит очень четко. А судьи кто? Вот кто пересматривает этот препарат? Чем он отличается? Почему мнение того человека считается более приоритетным? И автор этих рекомендаций подчеркивает, что не всегда второй пересматривающий прав. Это тоже необходимо учитывать. И это нормально. Обратите внимание, вот исследователи произвели пересмотр всего гинекологического, эндокринологического и маммологического материала за 4 года. Вот. И они отмечают в результатах уточнение диагноза 88%. То есть что происходит по факту? В 9 из 10 случаев второй смотрящий всегда может что-то дописать. Вы понимаете? Они не изменили диагноз, они уточнили. Вот вы написали так, а вот следующий еще вот чуть-чуть что-то изменил. Это ошибка? Нет. Это критично? Нет. Ну, уточнили, да. И понимаете, но это ведь может стать предметом абсолютно других дискуссий, если это переходит в другие плоскости не медицинского плана. Четвертая рекомендация. Патологи должны непрерывно отслеживать и регистрировать результаты пересмотров. То есть каждый должен завести свою амбарную книгу и записывать все. С одной стороны, это уже выполняется в рамках отделений, но есть маленькое уточнение. Все эти результаты в последующем должны быть доведены до того, кто смотрел препарат первым. То есть тот, кто пересмотрел, должен связаться и сообщить о наличии второго мнения. Вот. А не то, как у нас, что у нас каждый друг на друга ведет свой личный архив, но так и не демонстрируя своему соседу. И низкий уровень согласия в спорных областях необходимо повышать. Обратите внимание, вот... Это ведь не только проблема молочной железы в определении ядерного грейда. Это ведь и щитовидная железа, и предстательная железа. Вы посмотрите, КАПА воспроизводимость грейда Глисона 0,49. То есть там получается там процентов 25 совпадают. 75 все этот видят грейд по-разному. И это результаты исследований, это показано, это нормально. Никто не знает, как это преодолеть. Нет, вы можете предложить свои методики, начинать обучать, но это данность. Причем во всех локализациях. Атипическая гиперплазия эндометрия тоже, смотрите, 0,3.
грейд, степень дифференцировки в определении карциномы инситу молочной железы 0,7. Так 0,7 это около 60%, 50-60%. Один видит так, второй видит так. Как вам кажется, вот этот полиморфизм выраженный или умеренный? Ну, мне умеренный, а мне выраженный. Вот. И приходит к абсолютно разным результатам. И универсальная линейка здесь неприменима. Более того, второй факт, который авторы этих рекомендаций отмечают. Некоторые диагнозы обладают высокими межнаблюдательными вариациями. Вы понимаете, сам термин. Оказывается, есть вариации, высокие межнаблюдательные вариации. То есть это тоже, раньше такого не было. Где это можно такое было услышать, что кто-то говорит, что есть такие вещи, оказывается, в морфологии? Нет. И поэтому я считаю, это нужно довести до всех и каждого, потому что это принципиально важно и, в принципе, меняет взаимоотношения в патоанатомии между коллегами. По мнению авторов, нельзя сравнивать лаборатории, потому что ошибки могут быть разные, под ошибками каждый понимает все по-разному, клиническое значение может быть разное. Но мне кажется, здесь авторы немножко передергивают, потому что они накладывают это ограничение, потому что впоследствии это может привести просто к войне всех против всех. И они вот говорят, нет, давайте вы там между собой в коллективе, вы можете выяснять, кто там у вас лучше смотрит, вот, кто хуже. Но ведь самое главное, ведь не определены ожидаемые диапазоны допустимых отклонений. Ну хорошо, выявили вы один параметр, обучили своих коллег, там был 0,7, стал 0,9. Добились вы единицы? Нет. Ну а вот с этой 1,1 что делать, когда все-таки есть разногласия? Что, у вас все равно некомпетентные коллеги? Нет. Это, оказывается, получило название высокие межнаблюдательные вариации. Резюмируя, авторы говорят о том, что пересматривать, конечно, лучше, потому что уж хоть как-нибудь, чем вообще никак. И вот такое напоминание всем и каждому вот в конце, они вот своих презентаций, они обязательно приписывают, что коллективы, не способные найти у себя ошибки, плохо их ищут. Но мне кажется, они просто толерантные люди, они вот написали коллективы, а здесь бы стоило написать, что каждый патолог, не способный найти у себя ошибку, плохо их ищет. Большое вам спасибо за внимание. Большое спасибо, Александр Олегович. Вы подняли очень актуальную тему, конечно, для нашей специальности. У кого-нибудь есть вопросы? Дарья. Спасибо большое.